Сяськи, Васяськи. Прости, дочь. О, па, ты куда это намылился? Что это за коробка у тебя? А я вот решил обогатиться, Милан. А что там у тебя? Золото? Лучше! Это целая коробка денежного мыла. Предлагаю челлендж. И какой же ты предлагаешь челлендж? Кто больше соберет денег в этом мыле, тот забирает все деньги. А не чудо, что я все деньги свои потратил на это мыло и хотел выиграть деньги, а ты хочешь делиться? Папочка, надо же делиться. Ах ты, подлиза. Ладно, давай. Так, я выбирать буду первое, но помогать мне будет мама. А то пальчики мне еще нужны свои. Окей, договорились. Мам! Сначала я возьму вот этот, держи. Золотой слиток, да? Сейчас посмотрим. Ты деньги не порежь. Как вы думаете, ставки, сколько здесь? 100 рублей ей. Раскрывай, смотри, сколько. Сейчас ты на карту ищешь. Папа, на карту. Вообще-то это все мое должно было быть. На карту, папа, ничего себе. Это мне тоже на карту. Итак, у Миланы по итогу. 100 рублей. Переходим дальше. Так. Раз я это все затеял, мне должна попасться сумма побольше. Так, это какая? Давайте хотя бы 500. Есть рублей. Открываем. Хрустит. Мыло рассыпается. А еще денежки хрустят. А еще денежки хрустят, да. Попробуй открой. Сколько мне? Сродничек, ребята, сродничек всего лишь. Самая редкая. Давай, я открываю. Сколько в редкой можно? 5000. Ну, давай, давай. Че? Ага, конечно. Мечтай, мечтай. Закрывай глаза. Ух ты. Сразу. Там видно и сумма. Ну, не 5, конечно, но... Так, ну-ка. Держи. Что там? 500 рублей. Вау, это круто. Там уже больше, чем у тебя. Так, 600 рублей на канал класса. 100 рублей. Давай, пап. Покажи канал класса. А я знаю, что хочу сделать. Я хочу вот этот же золотой слиток. Да? Мне хочется его прям, ну не ножом вот открывать, а пойти эпически разбить так молотком. Пойдем все разобьем. Погнали. Ну что, друзья, погнали. Золотой слиток, молоток и деньги внутри. Так, ну я тут проделал дырку уже. Ну ладно. Что-то, по-моему, там, по-моему, все пострадало у меня. О май гад, что я тут наделал, ребят. Смотрим. Есть дырочка от молотка. Но вроде бы они живёсенькие. Блин, ну не 500, ну 100. Ну тоже деньги. Ладно, окей, пойдем дальше. Итак, по итогу двух раундов у Миланы получается 600 рублей, а у папы 100-200 рублей. Одни из них проткнуты молотком. Да. Милана, предлагаю выбрать тебе следующий. Я беру, конечно же, эту счастливую денежку. Ты хитрая. В следующий раз я эту возьму. Ага. Нет. 500 рублей. Подожди, радоваться. На, разворачивай. Милана слегка расстроена. Ну ладно, подожди. По крайней мере, пока ты все равно лидируешь, в любом случае. 50 рублей ей попалось. Давай, Дима. Ну давайте я, ладно, тоже возьму вот эту счастливую, синенькую. Счастливую, которая может быть и 50. Классная такая, в виде доллара. Смотрите, какая она прикольная прям. Это, знаете, можно прям на машину ставить, если ничего не жарит. Мерседес или Бентли. Нет, ты знаешь, какая мысль возникла? Можно это мыло взять, себе купить, положить, постоянно им мыться и ждать, когда же оно закончится, чтобы узнать, что... А потом закрывай, там 10 рублей. Да, папа. А я тем временем открываю его. Милана держит кулачки. Я вам знаю. Еще, вот она, видите, вот малюсенькая циферка. Так, Итак, смотрите, между прочим, по 3 раунда прошло, и мы понимаем, что Милана пока лидирует. Ну, какое конкретно? Вот это. У меня, знаете, какое предложение появилось? Идея возникла. Давайте-ка я его открою тоже необычно, но по-своему, пожалуйста. Это как? Пойдем покажу. Опять молотком. Итак, я буду это мыло натирать. Погнали. Знаешь, молотком, мне кажется, намного быстрее было. Почему ты мне на этой терке морковку перетирала, а не деньги вот эти с мылом? Что это такое? Слушай, ну как бы знаешь, чего боюсь я? Что? Что я сотру деньги. Давай. Только пальцы себе не стери, пожалуйста. Так, ладно, давайте. Есть. Так,
Мне прям интересно. О, смотри. Какой класс. Смотрите, как это круто. Ей не можно руки ведь мать не помыть. Это лучше. Ты даже раз умыла. Ну, Милан, конечно, это не 5000. Вы чё? Ребята, как он такой родился, а? Я не знаю, Милан, чистерка. Второй раз 500 рублей выиграет. Ну ты везунчик, а? А я пойду лучше вот этим руки помою. А? Ладно, не будем изгаляться, я обыкновенно открою дальше это мыло. Хотя, знаешь, как обыкновенно, надо просто идти и руки мыть. Блин, да мне ничего не видно, вообще. Мама, можно я открою? Вообще, прямо. Давай мы пока твои пальцы будем беречь. Какое мыло тебе открыть? Сейчас, смотрите, как знаете, делаю. Настоящее мыло. Так, окей, открываем. Ну, не всегда жести. Открываем. Ну, понятно. Ну ладно. Ну 100 рублей, ты все равно лидируешь. Да. Не 10. Мне уже не страшно. Поехали. Я поехал. Симсанагим рахатам люкум, пожалуйста, здесь давай появитесь. 5000 рублей, сяски-масяски. Не сработает. Ты чё мне? Заколдовано всё это. Итак, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, что мне здесь попадётся. Какая сумма? Давайте ваше предположение. Давайте поставим паузу. Раз, два, три. И... Вот и мое предположение. Ну пусть ребята напишут в комментариях, какая сумма. 50, 100, 200, 2000 рублей или 5000. Кто угадал? Так, смотри, белая бумажечка. Как будто банка. Не вижу. Но многие из вас были правы. Да, ребята, многие из вас были правы. 100 рублей. Открываем самое красивое мыло, которое сегодня вообще здесь лежит. Окей, давай. Смотрим, что же у нас тут будет. Оп. На 100 рублей у вас там. Не больше даю. Сяски-масяски. Пань, закрывай, как не закрывай. Опа. Сяски-масяски, закрывай. Ну, пятый. Шрам открыть на кто быстрее? Да. А кто выиграет, тому плюс 100 рублей. Да, ну не надо. Надо, надо. Большой пакетик, большой пакетик, большую сумму. Да что за подстава такая? Смотри, у нас... Почему мне в этом ролике попадается только 100 рублей? Смотри, у нас 1350, а у тебя? А у меня? Давай посчитаем. 1000, наверное. Да, нет. Она меньше даже. Раз, два, три, четыре, пять. 550. Милана. Ты смеешься? Это ржа. Вообще, папа хотела обогатиться, получилось немножко иначе. Раз, два, гоу! Ого, как ты так-то быстро делаешь? Обалдеть. Видели, где ты получилось, товарищ? Ну, вот как бы, вот. Я первая. Да ну не пускай, что ты первая! Главное, что у меня 500 рублей! 500 рублей, ребята, первый раз. За это нужно поставить лайк. Нет. Можно делать этими деньгами. Так, положи. Тихо. Ну не своими деньгами, а смотрим, открываем. Вообще интересно, много лайков. Кому-нибудь 5000. Это уже мы проходили 100 раз. И летели тролливали. Это мы уже проходили. Давай, открывай свое мыло. Так, ну а я свое следующее мыло хочу открыть немножко необычно. Я, пожалуй, возьму его, пойду выйду на улицу, сяду в машину и прокачусь. Ну, в общем, вы поняли. Пойдемте со мной. Ну что, ребят, погнали. Ставлю свой золотой слиток. Поехали. Как думаешь? Да, уж. Смотрите, какая лепеха получилась. Лепешка хачапури у нас тут. Не ожидал я такого момента. Эх, столько стараний, а тут, по-моему, всего ничего 100 рублей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Ставлю свои 100 рублей на место, которые я благополучно проехал. Она красивенькая. Остается, кстати, всего ничего. Понятно. Папа, а как ты думаешь, что это? Все с ними понятно. Okay. 100 рублей. Но это все равно хорошо, потому что ты пока лидируешь. У меня 1600. У нас вообще уже челлендж начался, мальчики vs девочки. Точнее, мальчик vs девочки. Да, мы того реально. Так, ребята, я следующий открываю свое мыло. Смотрим. Внимание, девочки, не отвлекайтесь. Посмотрите, какая у меня тут большая сумма. Самая большая сумма в папином арсенале сегодня. Да. Это фиаско!
ты, братан? Почему они такие хитрые? Они столько сюда 100 рублей засунули. При условии, что мыло стоило, по-моему, что-то рублей 300. Нет, стоило 1000. Что? Этими сильными руками практически по бам. Милана, вау! Смотри, какая толстая. Она должна быть 5000. Слушай, ну пакетик большой, да, на самом деле. Этим мылом реально, по-моему, не обогатишься. Хотя была надежда выиграть реально крупную сумму. Не в этот раз, не сейчас. Ты долго так борешься. Мама, ты за него не голосуй. Просто мне интересно. Ну, начать. Ну, уже. Пока ты, папа, разворачиваешь свою, денежку, Милана выбрала мыло, а я придумала, как мы его откроем, и это будет тебе ответочка на твою машину. В смысле? Еще раз ответочка? Ответочка. Я решила это мыло сварить. Вау. Отпускаем в кипяточек и... Интересно. А пены не будет? Как вы думаете, как быстро... Оно растворится. Да, оно растворится. Я просто пытаюсь наткнуть, но оно утекает. Сказать, что это очень быстро происходит. Смотри, оно растворяется, смотри. Очень быстро. Буквально еще минутка, и мы увидим. Уже мыло нет. Почти нету мыла. Уже пакетик, все растворилось. Режим реального времени, это буквально занимает меньше минуты. Вода стала золотой. Да мама, ё-моё, это такая грибая. Можно попробовать. Чпок. И готово. Только она очень горячая. Ой. Куда-то эта мыльная вода собралась убегать. Как молоко, да. Что там за мыло такое? Да. Да ничего страшного, она высохнет. Но. Я знаю, что суть всей басни такова. Это всего лишь 100 рублей. Мой кусочек мыла остался последний. А вот этот кусочек мыла не ваш, кстати. Потому что моего-то следующего нет. Так, смотрим, ребята, внимание. Давай сначала смотрим, что попадется. Смотрим, что мне попадется за деньгами. Мам, ну честно говоря, я очень не верю, что у тебя есть шансы нас победить. Если тебе попадется бумажка там, ну понятно, 5000. Да, 1000 рублей я могу вас выиграть. В 1000 вряд ли. Итак, внимание. Yes! 100 рублей. Почти yes. Так, ну тогда определяйте судьбу этого слитка. У кого еще больше денег, то это все деньги забирают. А давайте мы его так пополам сломаем, ты в одной руке, я в другой. Кому кусок больше, тот и выигрывает. Нет. Давай я ставлю. Ну, спокойно. Вот так. Мама, давай побольше кусок возьми. Хитра какая. Давай попробуем. Раз, два, три. Мама, больше. Блин, это же деньги, это брала у меня. Значит, женщина. Деньга. Иди ко мне сюда. Но у нее... Что? 500 рублей. Считаем по-честному. Денежки счет любят. Сейчас в рожу вцеплюсь. 500, 1000, 1500, 1600, 1700, 800, 900, 2, 100, 200, 2, 300, 2, 350. У Милана. 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1450. Короче говоря, Милана победила. Да, значит, все деньги получает она, но она, наверное, поделится с мамой, которая помогала ей тут сидеть. Ну и с папой, который все это закупил, принес. И, в общем-то, понятно, чьи это деньги. Я вам желаю хорошего. Всего доброго. Хорошо. Пока-пока. Давай не поем. Хорошо, все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть следующие видео. Всем удачи, всем пока-пока!